Для работы нам понадобится глиттерный фоамиран. У меня вот такой шаблончик из бумаги, 6,5 сантиметров. Я нанесла его иголочкой и вырезала. Нам понадобятся такие цветочки для серединки. Их я делала очень давно, когда только начинала заниматься лентами. Серединочки я приобретала на Алиэкспрессе, и это тоже было очень давно. Они такие кривенькие. Сегодня я покажу, как сделать такие же, но более ровные и красивые. Нам также понадобится заколочка. Цветочки мы будем делать из ленты шириной 1 см. И нам понадобятся кусочки 4 см. Наши отрезки ленты сантиметр на 4. Лицевой стороной к себе мы складываем под углом и загибаем. Перегибаем посередине. Иголочкой прошиваем. Я уже предварительно собрала несколько лепестков. Кончики сводим вместе. Перегибаем. И прошиваем. Для цветочка я использовала 13 лепестков. Соединяем лепестки, расправляем ниточку, закрепляем. И вот такой цветочек у нас получается. Для серединочки можно использовать любую бусину. Можно камешек. Можно использовать, вот у меня бусины собраны на нити. Как видите, цветочки у меня сейчас более красивые, чем когда-то. Берем наши заготовочки и прикладываем глиттерной стороны к утюгу. И немножко как бы растягиваем. Вот что получается. Берем нашу заготовочку и заколочку и прикладываем ее так, чтобы она не торчала с лицевой стороны. Делаем отметки
и на расстоянии 0,5 миллиметров делаем две другие. Нам надо сделать два надреза. Это я буду делать ножиком. Я сделала два надреза. И теперь нам надо посадить цветочек вот сюда. Мы одеваем язычок сюда и аккуратненько продеваем все лепестки, аккуратно продвигая. Вот так внутрь заколочки. Нужно это делать очень аккуратно, чтобы не порвать. И на крайний лепесток мы нанесем капельку клея, чтобы зафиксировать. Цветочек сидит надежно. Теперь мы приклеим серединочку. Можно использовать нашу новую серединку, но так как я сделала уже одну заколочку, я использую. Наносим клей. Приклеиваем. Наши заколочки готовы. Желаю вам творческих успехов.